Следующая информация заинтересует будущих студентов, которые планируют учиться во Вроцлаве. Университеты города приглашают кандидатов на учебу для участия в днях открытых дверей. Это онлайн-презентации и встречи в форме лекций и бесед, где группы студентов могут организовать индивидуальные виртуальные онлайн-встречи с представителями университета. Во время встреч студенты могут узнать, какие направления обучения сейчас наиболее популярны, какие документы необходимы, какие стипендии предоставляют университеты. Такую форму предлагает и Вроцлавский университет. Вроцлавский технологический университет приглашает на онлайн дни открытых дверей, запланированные с 19 по 23 апреля. Можно выиграть гаджеты от Вроцлавской политехники. Университет естественных наук приглашает на дни открытых дверей 8, 13, 15, 20 и 22 апреля. Экономический университет предлагает виртуальный день открытых дверей 14 апреля с 11:30. Академия искусств запланировала серию вебинаров по процессу набора на апрель и май. 29 марта Высшая банковская школа организует виртуальный день открытых дверей с 17:00. Планируете начать обучение во Вроцлаве? Не упустите шанс узнать полезную информацию о каждом из университетов города.